Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Сна Юар и Плей. Сегодня мы будем играть в Doors Roblox. Doors — двери. Нужно сделать звук нормальным, чтобы было слышно звуки монстров. Начнем. Я думаю, что большинство проголосовало за Doors в Roblox. Так, начинается загрузка. А еще я вам кое-что покажу в этом отеле. Мы зашли. Так. Игра содержит сверкающее изображение, ром и звук из стримера. Слабонервным лучше отказаться. Геймплей содержит звуковые подсказки, поэтому мы настоятельно рекомендуем играть с наушниками. Так, ладно. Кстати, давайте сначала тут осмотримся. У меня, если что, новый скин в Роблоксе. У него достижение А1000. Тут закрыто. Сейчас мы просто осмотримся. Все дела. А еще вам покажу кое-что. Так, в шкафы тут залезать нельзя. Именно тут. Там еще в конце коридора есть. Вот он. Вот сюда можно войти. Это румс уже. Это румс, походу, да. Это, видимо, румс. Опа, нац. А что там, вы видите? Лоза торчат. Это лоза си, которая на стенах. Видимо, там си ходят где-то. Давайте сыграем с четырьмя людьми. Там, где еще три человека. Кто заходит? Так, человек зашел. О, нас уже трое. Трое. Кто-то еще будет заходить? Последний остался. Последний человек. И 4, 3, 2, 1. Все, мы поехали. Загрузка. У меня 279 монет. Тут еще можно тумбочки смотреть, лутать. А еще тут нас убивает, там дают вот эти монеты, которые я вам... Вот это, что видели вверху рано. Будем покупать что-то? Не. Так, выходим. Тут еще музыка забавная. Вот это. Прикольненько. Так. Сейчас посмотрим, что тут у нас в сундучке. То есть не в сундучке. Ладно. Давайте, открывайте. Так. Все, входим. А еще обязательно нужно смотреть номер комнаты. Второй, потому что есть поддельные комнаты. Тумбочки, ничего интересного. Че мы тут можем фармить монет? И вот, к примеру. Так, чел. Зародил. Он все забрал. Ну и все. Смотрим. Ищем ключ. Если будет монстр... Прячусь под кровать. Ключ нашли? Нет. Так, путеводный свет будет подсказывать? Ищем. Вы все двери осмотрели? Все комнаты? А, нет. Так, ключ нашли.
Тут все. О, во! Давай, давай. Стоп, где еще один? А, вот он. Да стой, иди сюда, мы уже нашли. Нам подсказали. Пятая комната. Тут ничего нет. Тут еще на нас может выпрыгнуть паук. Тимати. Так, если будете витаминки, даем мне. Че, туда лучше не иди, там фейк. Там дюб будет. Свет будет моргать? Нашли? Да, нашли. Идем. 11-я комната. Что это за звук был? Лючали меня. Подождите. Стойте, 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 дайте мне зажигалку. Че, ну ты... Ему-то фонарь дали. Ему фонарь дали, он жесткий чел. Я думал, там зажигал, а будет так всегда. О, ну. Нет, только не это. Смогу... Кстати, сюда можно спрятаться? Да! Это работает! Смотрите. Я нашел нычку от Раша. Реча не будет? Так, вот и мы. Не смотрим. Идем. Стоп, сколько нас? А где еще один? Одного видео мы поймали. Так, куда ты идешь? Там закрыто. Так, давай, давай, иди. Иди быстрее, мы тут сбежим от него. Мы пока что идем удачно. Кроме одного человечка. О, все. Да нет, он живой. Да, он живой. Хорош. Что это за звуки? Длинный коридор, но тут сильно не будет, потому что глаз нет. Чё он там долго-то? Человек один ходит. Чё стоим? Давайте, подходите. Он чё, сильно ждёт? Гений. Всё, идём. Ой, чё это? Отмычка! Мы отмычку нашли. Так, а где этот чел? Так, давай, быстрее идем. Не успел. Я не успел случайно. Так. Походу, у тебя проблемы с Рашем. У меня... Свет сюда моргает, туда он рядом. Я не успел спрятаться просто. Куда это происходит, найди урыдя. Ну, мы нашли только... Там, кстати, вот этот интересный человек выжил. Достиг 20-й двери. И нам дают 21 монетку. Что там одного человечка тоже убили. Остался один. Не один, это я вообще не понял. Тут просто мое изображение. Результат. Тебя убил Раш, достиг 20-й двери. Ладно. Сейчас заново. Не, не в лобби. Возродиться, имею в виду. Играть снова. Вообще язык заплетается.
нас Раш поймал. Надеюсь, второй раз мы дойдем до Си, а лучше вы знаете, до кого дойти. До Фиура на руке. На сильнее. Эх, я никогда не находил отмычку. Нашел отмычку, и тут Раш. Я сначала не понял, что это. Давайте одному попробуем. Попробуем одни пройти. Все, поехали. Тут Лича вряд ли будет, но он может появиться. Лич вряд ли тут будет, потому что тут, в принципе, того я отставать буду. Давайте купим витамины. Витамины всегда пригодятся. Вот витаминчики. Вы знаете, зачем мне витамины? Чтобы сбежать от Сиа. Постараться, вернее. Ну, а уже сбежим. Ключ. Кстати, тут еще плюс, то что если мы хотим тумбочки полазить в них, то тут нам никто не мешает. Потому что там, типа, нам могут помешать, они там могут раньше нас подрывать. А тут просто свободно отрываешь тумбочки, если паук выпрыгнет, то будет не свободно. Я не хочу, чтобы меня сейчас поймали, потому что я, получается, зря потратил витамины, говорится. То есть, деньги на витамины. Это дверь. Кстати, если я лазю тут по тумбочкам, то почему-то это на меня ноль раз выпрыгивает Тимати. Паук, который тут сидит в тумбочках. А здесь он не будет выпрыгивать. Это монстры. Там из другой части. Дорс. Если долго в тумбочках хватит, он будет. У меня 100 золотых монет. Зажигал фонарь. Отмычка будет или нет? Одиннадцатое. Опс. Эта комната мне нравится. Тут, во-первых, есть, вы сами видели, нычка. Я ее в первый раз использовал. Зажигалка может выпасть. Или фонарь. Вот тому человеку повезло, ему фонарь выпал. Но у меня тоже хорошо то, что зажигалка. Раш будет или нет? Опс! Говорю про Раша, сразу Раш. Да, в смысле? Стоп. В смысле? Вы же это видели? Походу, да, это мы знаем. Вы это видели? Почему? Я же спрятался в то же самое место. Там, где, помните, мы прятались, когда мы в Рупе играли, да? Это происходит, это путеводный, если что, это путеводный свет пишет, если кто-то не знает. Это, достиг 13-й комнаты. И мне дали 19 монет. Давайте заново зайдем. Если мы сейчас проиграем, то мы будем прощаться. Ну, видео. Ничего себе, попасть не хочу. Ох, отельчик хороший и тут.
Интересно, откуда в этом отеле монстры появились? Может, этот отель в Чернобыле? Балуемся с колокольчиком. Я надеюсь, не выпадут витамины. Мне не сильно нужны. Чтобы сбежать от Сиан. Кто там стучится? Опа, нац. Тут куча комнат, тут мы можем найти полезные вещицы. Например, витаминчики, зажигалка, куча монета. А тут нужно найти ключ. Вот так будем искать. По очереди комнаты смотреть. Все пока что хорошо. Но именно в этой. Потому что до этого нас убивали. Свет не будет подсказывать? Не будет. Ой. Так. А если в Ютубе это будет голосование тоже про Дор, то я там сниму тоже видео. 85 монет. О, в этой. Тут даже цвет. Он что, прямо на кровати? Ключ прямо на кровати. Пойдет кнопка, чтобы взять ключ. Это что? Монетки? Пригодятся. Если мы дойдем до магазина, там все что-то купить. О, все, забрали. Давайте тут еще тумбочки посмотрим. Ключ пока что уберем. Из... Опс. 205 монет. Что это? Стоп, а что тут ключ лежит, если мы его только что забрали? Вот он. Ладно. Монетки. А это дверь... Третья дверь, смотрите, у меня уже 235 монет. Все пока что подозрительно хорошо. И монета много. И монстров нет. Так. Монетки. Так, что это? А, монетки? Лиза там? А я лежу. Дайте мне, например, какой-то витамины. Тут ничего нет интересного. Да-да-да. О, опять монетки. 315 монет. Девятая комната. Все, десятая. Будут? Это будет дверь. Раш, ты будешь лететь? Вот здесь надо проходить. Из двери.
А я постою, подожду, может, раз будет. Я сейчас тебя... Смотрите, я учу тумбочек полутал, но нет паучка нашего. Где он? Что-то где-то попадало. А это тут комната 14. Тут может быть фейковая. Вот видите, фейковая комната есть. Это 15. Сейчас выберем фейковые. Сейчас тумбочки полутаю. Либо 15, либо 16. Но у нас 15. Я не хочу, чтобы на меня напал дюб. Ой, тут лоза. Свет моргает. Шаф! Успел! Успел. Вы это видели прямо в последние секунды, еле успел. Все, лоза. Глаза больше нет, их снес Раш. Глазки закрывай. Так, тут шкаф упал. Это комната, лучше, чтобы тут был Раш, тут куча шкафов. Тут еще можно за шкаф спрятаться. Комната номер 20. А я думаю, эта комната темная будет. 21. Тут темная комната. Интересно, что тут? О, свет. Раш? В смысле? Я шкаф успел. Почему? Ладно. Ну что, друзья, мы играли в Roblox Doors. Это. Пишите в комментариях, что еще можно снять. Ну что, пора прощаться. Всем пока. Я еще не успел выключить видео, и тут, смотрите, я увидел лоза Сиа. Значит, рядом я мог встретить Си, оно не получилось. Все, всем пока. Тут будет еще комната, где может выпасть что-то интереснее. Например, заржал, а еще что-то такое. Эх. Все. Так. Всем пока.